лекция, которую я когда-то давно, я не переводил ее целиком, я делал с нее конспект, она у меня в одном из таких из очень старых кастов на канале, называется она что-то типа лекция, презентация «Спрашиваем об этом. Этика и эротика сексуального согласия». В оригинале это лекция, которая читалась в каком-то зарубежном университете. Все очень скромно сделано, такой небольшой фильм лекции, минут на 40 длиной. Читает ее профессор, по-моему, там то ли gender studies, то ли философии. В общем, Гарри Брод некто. Вот, я его пару раз мельком видел потом в других местах. Лекцию саму, значит, выпускает, это одна из множества лент, которые выпускает такая организация, как Media Ed, Media Education. Вот, я обладаю, в общем, большим количеством фильмов из их фильмотеки, они там типа ознакомительные, они с водяными знаками, ну, как бы мы и будем с ними, собственно, знакомиться.